были дети, рождались. Растить детей интересно, а что одному-то жить? Надо просто уважать друг друга, ценить то, что строим, и считаться с друг другом как-то. Свое мнение, конечно, есть у каждого, но надо и другое мнение тоже уважать. И жить. Жить, не дружить. Сегодня день семьи, любви и верности. Какой символ? Символ точно не знаю. А в честь кого? Что? В честь кого? И про семью там должно быть. Да, и Петрашу. Спасибо. Жена, я и двое детей. У них уже 4 внука у нас. Ну, то есть семья вообще, ну, да, как бы такая. В моей семье нас 5. И тоже была полноценная семья. Этот праздник в честь святых князя Петра и Февронии. А, ну тогда знаю. Про этих святых знаю. Ну, ой, ну, дай Бог вам здоровья тогда и всего-всего. Здравствуйте. А вы знаете, какой сегодня Спасибо. День? День любви, семьи и верности. Да, какой символ? Ты знаешь, какой символ? Да, нет. Вот он, перед вами. Да, ромашка. Скажите, с праздником вас. Это вам. Спасибо. Праздничком вас. Это самое главное. Семья – это вот, носятся дети, внуки. Ведь если сделал что-то своими руками, то это же тебя будет радовать. Для чего и живем, только для семьи. А если одному жить, нет смысла. Семья – это поддержка в первую очередь. Я, например, без мужа вообще никуда.